Всем привет, меня зовут Стас, и я себе заказал, если вы знаете, да, к Xiaomi выпустили самый дешевый фитнес-аксессуар, да, то есть это шагомер. Я его заказал себе из Китая, вот только наконец-то он мне пришел. Я бы хотел, да, естественно, открыть его, распечатать, посмотреть, что он из себя представляет. Вот, кстати, еще не факт, что мне пришел, наверное, оригинал, да, но, как говорится, если это все-таки, да, действительно оригинал, то однозначно я выложу на YouTube, сделаю видео. Обзор. Значит, стоит он, по-моему, около 25-30 долларов, поэтому, в принципе, это, ну, вполне себе не критично. Так, вот, ну, достаточно, ребят, ну, он красивый. Вот, он действительно красивый. Вот так он открывается. Так, давайте посмотрим, что у него есть в комплекте. Значит, и потом, естественно, перейдем непосредственно к нему. Значит, что самое интересное, пока что приложение русифицировано только на, для Android, да, вот, на русском языке. Вроде как недавно появилась эта вся история на iPhone, единственное, пока что на китайском языке. Ну, как говорится, всему свое время, поэтому тоже посмотрим. Значит, вот такая вот маленькая коробочка, в принципе, ничего сверхъестественного у нее нету, он вроде как разбирается. Меняются вот такие вот фитнес всякие, каким-то вот так вот, да? О, прикольно, кстати, прикольно открывается, по-моему, вот так он, да, вот так вот он заряжается, интересно. Вроде как он приблизительно, батарея его держит порядка 2 месяцев, вот, это, повторяю, самый-самый дешевый на сегодняшний день фитнес-аксессуар, поэтому давайте мы сделаем обзор, я, вернее, поиграюсь, потестирую, для того, чтобы было хоть какое-то приблизительно мнение, вот, ну и, конечно же, в ближайшее время выложу его на нашем канале, да, ну, если вы, естественно, подпишетесь. А с вами был Стас, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши подкасты, обязательно ставьте лайк, если понравилось данное видео, по любым вопросам пишите нам ВКонтакте, Facebook, Skype, либо же на почту, подписывайтесь на наш Twitter, ну и конечно же на мой Instagram. Всего вам доброго и до скорых встреч!